Задача номер 27869 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. АС и БД – диаметры окружности с центром в точке О. Угол АСБ равен 38 градусов. Найдите угол АОД. Ответ дайте в градусах. Заметим, что угол АОД равен углу БОС. Углу БОС. Как вертикальные углы. То есть эти углы равны, как вертикальные. Покажем, что угол тот, который нам нужен. АОД равен БОС. Далее рассмотрим равнобедренный треугольник БОС. В равнобедренном треугольнике БОС. БО равно ОС, так как это радиус и окружность. То есть, ну, можно это записать. То есть БО равно ОС. Значит, треугольник БОС равнобедренный. А значит, по свойству равнобедренного треугольника углы при основании равны, а значит, угол Б, угол при вершине Б, то есть угол CBO или OBC равен тоже 38 градусов. Так же, как и второй угол при основании. Тоже запишем это. То есть получается, что угол OBC равен углу BCO или OCB, OCB и равен 38 градусам. Ну и теперь можно найти вот этот третий угол в нашем равнобедренном треугольнике, тот, который нам нужен. Поскольку сумма углов в треугольнике равна 180 градусам, то угол, искомый угол АОД, сразу давайте будем записывать, то есть угол АОД, который равен углу БОС, равен 180 градусов минус два угла по 38. Давайте запишем. То есть минус 2 умножить на 38 градусов. Получаем 180 минус 76 градусов, получаем 104 градуса. В ответ запишем число 104. Ответ 104.